Во Владикавказе прошел межрегиональный фестиваль искусств «Golden Star». Участвовали более 600 человек из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Южной Осетии и районов республики. Участников поделили на возрастные группы. Это ребята дошкольного и школьного возраста, а также взрослые. Самым младшим конкурсантам 3 года. Номера были разные – от национальных танцев до современных. Также на фестивале смогли выступить дети с особенностями развития. Победителей наградили кубками, медалями и дипломами. Основная цель этого мероприятия – приобщить детей к искусству. Основная цель, конечно, это приобщать нашу молодежь к культуре, к творчеству, отвлечь от пагубного влияния наркотиков, отвлечь от зависимости телефонной, интернетной и, естественно, вносить всю эту культуру в массу.